Добрый день! Если вы искали лечение сахарного диабета второго типа, то это предложение именно для вас. Путей основных для решения этой проблемы несколько. Первым путем идет официальная медицина, она контролирует уровень сахара в крови. К сожалению, препараты, которые при этом используются, они нарушают работу печени, и вывести из сахарного диабета таким путем не получается. А контроль уровня сахара в крови – это увеличение риска развития атеросклероза сосудов, диабетической ангиопатии и сокращает жизнь на старте такого лечения процентов на 30. Я предлагаю альтернативный путь решения проблемы. Я более 25 лет занимаюсь проблемами печени и предлагаю восстановить печень у больного с сахарным диабетом второго типа. Как правило, при этом присутствует явление жирового гепатоза или стеатогепатита, то есть печень скомпрометирована, она не может накапливать после еды сахар, сахар стоит в крови, повышение уровня сахара в крови – это темп развития диабетической ангиопатии и атеросклероза сосудов. Для того, чтобы восстановить нормальное участие печени в обмене углеводов, а заодно белков и жиров, необходимо 3-4 месяца вашего труда, ваших действий. Восстановление работы печени, уровень сахара в крови контролируется на более низких цифрах, и атеросклероз либо диабетическая ангиопатия вас уже не тревожит. Это предложение можете использовать сами, если у вас есть больные, знакомые с сахарным диабетом второго типа, вы можете это предложение сделать им точно так же. Контакты вы видите внизу на экране, и теперь только от вас зависит, воспользуетесь вы этим предложением или нет.